скручиваем. Видите, вуаля, горит, точнее светит. Рад приветствовать вас на канале Лайфхак. Только что хотел поменять лампочки в люстре ледовские, и как оказалось, у меня одна нерабочая. Вот у нас одна лампочка нормальная, а вторая лампочка получается не работает. Сейчас я вам покажу, как в течение 5 минут можно это устранить. И, в принципе, с того, что у меня есть дома, карандаш, клей, ну, наждачка. Не обязательно, просто для удобства. Вот мы снимаем. Тут оно проклеено герметиком. Так, сняли. Эти тут герметик, надо ножом просто прорезать его аккуратно. И теперь ищем, если это дело в самом диодике, так как тут идет цепочка из диодов, если один выходит, не работает, сразу получается вся цепочка, как в велосипеде. Если цепь порвалась в одном месте, значит все, диоды не работают. Вот находим. В основном он или полностью черный, или вот такая вот точечка, видите, есть. Значит, именно этот диод у нас перегорел. Сейчас мы снимем просто ножом вот это же покрытие желтенькое, чтобы остались одни контакты. И дальше покажу вам, что можно будет сделать. Итак, снял я покрытие с диода желтое, просто ножом его срезал. Давайте на всякий случай проверим, в нем ли это дело. Потому что бывает, что перегорает сам драйвер, но это бывает редко. Так, включили. Теперь карандашиком замыкаем. Видите, срабатывает. Значит, все-таки было дело в самом диоде. Ну и есть у нас два варианта. Первый вариант. Обычным карандашом берем все это дело. И просто зарисовываем. Пробуем, вкручиваем. Видите, вуаля, горит. Точнее, светит. Но это вариант не слишком надежный. Мне он не сильно нравится. Давайте попробуем другой вариант, второй. Это как бы вообще на скорую руку, если нет наждачки, клея. Есть только карандаш. Берем наждачку, натачиваем просто... Точнее, стачиваем графитовый карандаш обычный, серый. Так, берем листик, это все дело. Сыпаем и буквально капельку клея, секунда 505, то есть не принципиально. Капаем. Капельку клея. Теперь мы с этой капелькой смешиваем графит. Получается такая кашица у нас. И, ну, это такой принцип, если нет паяльника, то есть как бы. И просто сюда, оп, все. Капнули с графитом клей. Получается перемешанный. Подождать, пока он подсохнет. И пробуем. Как видите, отлично. Такой способ как бы лучше он. Прослужит дольше, потому что если просто нанести, оно ведь может отсыпаться там, ну, мало ли. При вкручивании. То есть это не сильно надежно. А с клеем будет держаться довольно-таки почти вечно. Все, имеем полностью рабочую свечу, ну, без одного диода. То есть это скажется буквально там на 5% от продуктивности свечи, ну и свечи, лампы. Вот такой способ. Кому он был полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Дальше будет еще видео. Всем пока!